Я работаю в компании «Лит» около года. Пришла я туда на должность секретаря-референта в отдел инструментов. Позже была, как сказать, повышена или передана на должность помощника менеджера. Нет такой профессии, которая мне больше всего не нравилась бы. Но в своей жизни точно никогда бы не стала врачом. Я бы не пережила, наверное, какой-либо ошибки. Поэтому не стала бы. Бывает, возникает чувство раздражения, когда кто-то не справляется и тормозится весь коллектив из-за этого. Но у нас вообще другие отношения в коллективе. Если кто-то не справляется, мы всем дружно помогаем. Менять что-то в своей внешности я не боюсь, но, опять же, все, что говорят другие, не значит, что нужно так делать обязательно. Я не считаю, что у меня все идеально, но менять я ничего бы не стала. Все, что не касается работы, все мои учения, это, в принципе, отдых для меня. Граффити для меня – это как способ дополнительного заработка, возможно, ну, в первую очередь, это как хобби, просто увлечение. Точнее, я веду, скорее, спортивный образ жизни. Это тоже больше не как цель в спорте, именно там, в соревнованиях. Хотя я больше занимаюсь этим для себя и вместо фитнеса. Плюс себя держишь в форме, ну, интересно. Мне это нравится. Ну, за прошлый год пара сотрясений, хорошо, все. Почти в больнице на Новый год. Но это неинтересно. Там нет интересных случаев. По-моему, жить с родителями – это проще всего. Я периодически живу в другом месте. Там, где личная жизнь. Я думаю, что через 10 лет я буду уже любимой, любящей женой. Состоявшейся, возможно, состоявшейся в карьере женщиной. Хотя даже я больше уверена в том, что это так и будет. Потому что цель есть, и я работаю для этого. Достичь каких-то вершин. Да, на месте я сидеть не могу вообще, в принципе. Нет, бывает такое, что я люблю поваляться, да, там, в кровати просто, или когда это лето, поваляться на пляже. Это все наше стандартное человеческое, никому не чуждо. Потому что я такой человек, если мне что-то нужно, я поставила перед собой цель, то я иду к этой цели, и я добиваюсь. Princess, princess.